Здравствуйте, мои юные друзья! Сегодня я прочитаю вам сказку о дружбе человека и кошки. Но вначале послушайте, пожалуйста, немного интересных фактов о кошках. Например, рисунок поверхности носа кошки уникален, как отпечаток пальца у человека. С кошкой нужно больше разговаривать. Чем больше вы говорите с кошкой, тем больше она говорит с вами. А милое мурлыканье – это знак ее огромного расположения к вам. Если кошка около вас и ее хвост дрожит, это самое большое чувство любви, которое она может выразить. Вот такие они кошки. В следующий раз я расскажу вам еще что-то очень интересное о кошках. А сейчас слушайте сказку, которая называется «Плотник и кошка». Жил в старину бедный плотник, и была у него кошка. Хозяин любил свою кошку, каждый вечер приносил ей рыбу. Кошка тоже любила плотника. Но вот однажды напала на плотника хворь, глаза стали слепнуть. Не может он работать, денег совсем не стало. Не на что и рыбы кошке купить. Вот он ей и говорит: «Хоть мы и бедно с тобой жили, но все же сносно. А теперь я совсем ослеп, нечем мне тебя кормить. Придется тебе другого хозяина искать». Заснул плотник. А кошка подошла к нему и стала его глаза вылизывать. Сначала левый, потом правый, левый, правый, левый, правый. Прошло 10 дней. Глаза у плотника перестали болеть, и он стал видеть, как прежде. Кстати сказать, кошки безошибочно могут угадывать больное место на теле человека. Устремляясь точно к этому месту, кошка ложится или садится на больной участок тела. Известно множество случаев, когда домашние питомцы вылечивали своих любимых хозяев от тяжелейших заболеваний. А сейчас, мои дорогие, посмотрите мультик и в кроватке спать. Приятных вам снов! А завтра увидимся снова, и я прочту вам интересную сказку на ночь. До свидания, до завтра!